Всем привет, ребят. Очередной аккаунт на роллинг сегодня под акцию на трату самоцветов. Не знаю, на что они надеются, чего они хотят, но я бы, честно говоря, вообще бы не роллил на такие акции. Ну да ладно. Нужен Анубис, Фрейя, Стрелок, по-моему. Не, Стрелок есть вроде. Или нет? Да, Стрелок есть. Сейчас я гляну, скажу вам, кто нам нужен. Ворожей. Ворожея даже нет. Вот ворожей, это в принципе вполне реально. Так, смотрим. Наук ДТФГЦ. Короче, вот такой вот какой-то ник. Не знаю, находится в гильдии тамплиера. Да, ну, удачи тебе, налови, Коля, но много тамплиен. Спасибо, ребят. Постараемся. Так, гильдия тамплиеры. Вторые места, вполне нормально. 30-75, кидаете заявочки, вступайте. Гильдия активная. Свыше 100к силы. Можете кидать дальше, скорее всего, твинки. Так, смотрим, что у него пройдено. Аджай не зафармлено. Что по подземках? Шестые только начал. Вот так вот опять 10 на 3. В принципе, правильно на его силе. У него 203 тысячи силы. Так, а ну-ка. Без донат, понятно, все с ним. Все, короче, с тобой понятно. Так. Ну что, смотрим. Нормально. Отлично. Нормально. 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 Но не надо было качать уже. Ну, наверное, скорее всего, давно играет. 203 без доната. Это неплохой результат. Так. Печально, нормально, 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 отлично, отлично, печально, вообще печально, но лучше, чем стойкость, однозначно. Так, отлично, хорошо, отличненько, ну, пятая ремка, не, огонь, огонь, для бездоната, красавчик. Тут, конечно, уже везение. Так, да, и у него тут еще и куча допов недокачанных. Ну, неплохо. Пойдет, в общем. Так, смотрим, что у него есть тут. Открываем дополнительно еще 6000 самиков. Итого у нас 34 получилось. Копит сундучки, правильно делает. Смена есть. Но героев не особо много. Сундук форта. Ну, все сундуки форта отдают. Ну, к сожалению, тут коробка нам не упала. Как на предыдущем. Так, отлично. Ну что, поехали. Нужен в первую очередь ворожай, потому что на БГ ему, конечно, без ворожая это боль. Капитан Дрейк. Да что-то, блин, ну что такое с тобой сегодня, роллинг? Где этот, блядь, рандом? Прошли читы. О. Капитан Дрейк. Это, блядь, сердцеедка. Как просрать 34 тысячи самоцветов? Вот бывает же какое-то невезение на аккаунтах, ну просто жесть. Один донатный аккаунт ни хрена не упал, а тут обычный простой тоже ни хрена вообще не падает. Ну как это назвать? Это жопа какая-то, Купидон, рыцарь. Где долбанный ворожей? Походу под акцию коллекционер просто лучше всего ролить. Тесса. Просто, блядь, ну, такая дичь полная. Делаем ход конем.
Конь, настало твое время. Так, сейчас мы немножко сделаем по-другому. Ну это, короче, жесть полная, ребят. С такими темпами просто, просто огонь. Дук-дук-дук-дук-дук-дук-дук. Вот коняшка сделали нормальный такой. Извини, бро, но ты уже донатный пацан. Так, отлично. Забираем плюшки. Ну, 20-го одушевления для него, я думаю, это хороший будет подарок. Так. Идем мороженки пооткрываем. Блять, этот ворожей. Я надеюсь, мы его хоть сейчас достанем. Дракон! Херена себе! Отлично. Дракона, по-моему, у него нет. Вот так вот, ребята. Дракоша, это хорошо. Правда, он не особо актуален. Лучше бы, конечно, Арктика. Но я думаю, он ему тоже будет помогать. Я надеюсь, его нету у него. Так. Идем еще в яичко. Ну тут, конечно, за 12 попыток. Блядь, сейчас бы вольт упал, вообще был бы огонь. Ну это тоже миф из сказки. Блядь, Дракос, думаю, ни хрена себе, дракон там еще какой-то упал. Дракос обычный, еще один Дракос, блядь. Сука, наебщики. Так, ну это я тоже заберу, потому что оно все пропадет. Может, хоть что-то сегодня в топе получит. А может и нет. И пойдем дальше трешивать. В поисках Анубиса, Фрея и Ворожея. Ага. Конечно. Что-то не знаю. Вообще не прет сегодня роллинг. Какие-то шансы такие конченые. То ли они подкручивают что-то на эти акции, ну не знаю. На коллекционера вообще огонь падает, а тут... Сейчас проверим. Может, это просто из-за того, что бездонатный аккаунт был. Продолжаем роллинг. Ну давай, рандом. Ну спасибо тебе. Ну это просто, это просто, ребят, друид, охренеть. Не знаю, кто там упал. Я что-то не увидел. Не, упал не тот. Не тот, кто показался. Так, Химка.
Да, это просто пипец. У меня же желание пропадает вообще. Вообще роли донить. Сука. Там не пришел, зато здесь выбили Асуру. Ну, блин, классный герой. Но, блин, все равно нужен ворожей. Ну, поздравляю с последним героем. Недостающим для всех. Поехали, может, нам повезет. Ну, это оно, это оно. За 150 Рину. Рину у него есть. Блин, а ворожай вообще не падает. Дед Мороз. Дед Мороз. Сука, ну чё с тобой? Тесса ведьма. Ждали там, пришел здесь. Так называется. Ну, конечно, честно говоря, я рад этому Асуре, но Бигфут, ну, у него, по-моему, есть бульдозер, медуза. Короче, вот такая вот хумалята. Ну, вы поняли, о чем я. Вы поняли, о чем я. Асура, конечно, это кайф. Спору нету. Бигфут у него уже вкачанный даже, блин. Херня полная. Ладно, открываем Асуру. Это тоже, в принципе, ему поможет, но... Давайте тут откроем. Сейчас вдруг так хуя грубая сила. Нихера. Разогнался пацан. Блин, ну тут есть вариант выбить Фрею. Конечно, блядь. Заклинательница. Недостаточно места на складе. Интересно, а у него есть заклинательница вообще? Может, заклинательницы тоже нету? Я не вижу. То ли я слепой, то ли ее действительно нету. Ну, как альтернатива Анубису, в принципе, неплохо. На первое время, думаю, ему хватит. Конечно, это не Анубис, но хоть что-то. По 10 скинов и 2 новых сета. Тоже, честно говоря, такое себе. Лучше бы что-то интересного туда напихали. Так, ну хорошо. Но это ж не все. Получить. У нас есть еще два Дракса и коробки. Так, не будем затягивать это все дело. Поехали, коробочки. Где наш Сурик? Конечно, классно, но, блин, кто нафиг не нужен? Нужен, но не сейчас. И сразу ремочка, блядь, это оно. Это, блядь, оно. Четвертое, где? Где твой Купидон? Купидон с пятой. Валька с пятой. Так. Так. Ару нету смысла ему ставить пятую. Давай я все-таки, наверное, поставлю на дерево. Это, я думаю, будет отличный вариант. Пятая ремка. Следующим у него будет на дереве. Потому что так надо. Так, ярость это херня полная. Полная херня, я бы так сказал. Так, кому ее пристремить? Лучше уже, конечно, сюда поменять, чем вот этот
СУ никому нахрен не нужно, а так. Гнев. Гнев. Так, хрен его знает, кому ставить. Тоже не особо. Нужный талант поставим. Малыш Никса живой. Лучше малышу поставим. Пусть будет так. И... Короче, не знаю, это он сам себе определится. Там черепа может поставить кому-то. Короче, вот так вот, ребят. Жизнь, боль. Выбили, конечно, Асуру, но, к сожалению, не выбили. Не выбили мы то, что он просил. Ну, я считаю, Асура нормально. Ход конем сделали тоже нормально. Ремочку получили тоже нормально. Короче, вот так вот. Все, пишите комменты, подписывайтесь, обязательно лайки и постики, все дела. Всем пока.